Всем привет, дорогие друзья! Как я говорил вам ранее в предыдущем видео, пришли чехлы на планшет мой, на Xiaomi Mi Pad. Заказывал их на сайте AliExpress. Здесь должно быть два чехла. Давайте мы с вами все это дело сейчас посмотрим. И видно будет. Так, вот она посылочка. Вот так вот выглядят наши чехольчики. Повторюсь, заказывал на сайте Али. Цена вопроса, этот 450 рублей, этот чуть-чуть подешевле. Доставка составила порядка месяца. Да, где-то в районе 30 дней. Так, давайте разберем сейчас чехольчик. Так, вот так вот он выглядит. Прозрачный пластик. А здесь у нас типа кожзама. Кожзам. Вот такая вот штукенция. Похож на айпадовский чехол. Как мы видим, можно его складывать. Вот таким вот образом будет у нас в виде подставочки. Ну, что-то какая-то подставочка не очень. Вот, как мы видим, вот так все это дело будет у нас выглядеть, когда мы поставим его. Видите, она почему-то падает. Какой-то мягкий кожзам, слишком мягкий. Наверное, для этих целей не пойдет. Ну, ладно, в принципе, цена недорогая. Сойдет так. Все равно, я думаю, у нас все это дело дороже будет стоить в магазинах. Так что все равно. И второй китаец. Почему дороже он? Китаец положил нам здесь защитную пленочку в подарок. С тряпочкой. Вот такой вот стилус. Никому не нужный, абсолютно пластиковый. Ладно, подарок. Все равно приятно. Не знаю, почему в тот чехол не положил. Тебе должен был. Вот там не было в описании, что будет стилус с пленкой идти. И вот такой вот винтажный у нас, короче, чехол. Как мы видим, все подходит четко. Под все дырочки. Вот под камеру выход. Под динамики. Под зарядочку. Все. То есть вот под микрофончик даже продумано. Вот этот чехол мне нравится намного больше. Он, потому что и пожестче материал у него, поприятнее. И как бы уставить можно в разных вообще позициях. Вот смотрите, то есть и так, не то, что этот и стоит он намного жестче. То есть все это намного лучше выглядит. Так что, ребят, ссылочки на чехлы будут в описании. Не знаю, мой совет, так взять лучше вот этот винтажный чехол. Эта штука тут прилипла. Но он намного лучше сделан по качеству, нежели вот этот. Это какой-то даже легкий, хлиплый. Какой-то он такой прям ненадежный. А здесь и пластиковая рамка, она жесткая. И как бы защищен он намного лучше, как мы видим. Сам пластик пожестче, по качественнее все это сделано. Ссылочки будут в описании, ребят, на товары. Так что пишите комментарии, какие вопросы будут интересовать. Как всегда, отвечу. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ждем новых видео. Как видите, в принципе, я видео запиливаю в последнее время почаще, но так как есть что как бы покупать. А так даже не знаю, что мне еще нужно. Ну, что-нибудь сейчас для машин, наверное, куплю, каких-нибудь приблуд, может, видеорегистратор или еще что-нибудь, как бы еще не знаю. Хотя, в принципе, если я брал камеру Sony, как видели ранее, за 19 косарей, вот я ее использую в виде видеорегистратора. Пока как бы не получилось никуда там съесть, отдохнуть, поплавать, но все же. Так вот.
Не знаю, сейчас еще посмотрим, поковыряемся на сайте, посмотрим, что нужно, потому что нынче за доллары, как мы знаем, цены уже не такие дешевые на сайте AliExpress. Многие товары нет смысла покупать, даже вот взять, если брать, вот планшет я брал за 9 тысяч, на AliExpress он стоит 8,5, то есть разница 500 тысяч рублей, сидеть там нервничать, ждать месяц, ну, смысла я не вижу, лучше взять здесь в России все это дело. Всем еще раз спасибо за просмотр. Ставим лайки. Пока-пока.